В Москве подвели итоги 9-го международного конкурса молодых дизайнеров «Золотая линия». Среди участников были студенты ВГИК и МХАТа, но студентки Чебоксарского художественного училища приняли вызов и с достоинством выдержали конкуренцию. Я поработала с боковой частью и также использовала имитацию монет, то есть тоже переложила монетный ряд на современный лад. Второе место в номинации «Бон Вояж Турист» и высокая оценка зрителей в номинации «Экран и рампа». Молодые дизайнеры из Чувашии заявили о себе на всю Россию. Нетиповые и специфичные костюмы с элементами чувашской вышивки создавались 12 студентками под чутким руководством педагога. Наши девочки с училища участвовали одни в таком большом конкурсе, а остальные были студенты высших учебных заведений. И мы горды тем, что, несмотря на то, что мы представляем все-таки профессиональный блок начального образования, мы смогли добиться такого большого результата. Настя Щетинина мечтала связать свою жизнь с модой еще со школьной скамьи. Она заканчивает в этом году художественное училище, но уже работает по специальности. Участие в конкурсе для нее маленький, но уверенный шаг в мир большой моды. Вот эта победа нам дала большой толчок. Поскольку я сейчас работаю стилистом, для меня очень важно сделать образ не только нашего региона, но, скажем, нашей страны более правильным, более выверенным. И вот эта база, которую я получаю сейчас здесь, в этом училище, она мне, конечно, очень в этом помогает. На первую коллекцию чебоксарских студенток уже большой спрос. Некоторыми платьями и костюмами заинтересовались звезды чувашской эстрады, другими – частные коллекционеры. Девчонки не собираются останавливаться на достигнутом и уже в следующем году планируют заявить о себе на аналогичном конкурсе. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, Республика.